Здравствуйте, друзья. Хотел поделиться такой психологической проблемой. Вот я пытаюсь осмыслить. Значит, у меня есть офис на работе. То есть я работаю в трех местах, в принципе. У меня есть офис на работе, у меня есть дома офис. И есть, ну так, место, как бы. То есть и офис есть, но я не люблю там сидеть на даче. Я сижу в таком, у нас большой open space такой громадный, там все в одном месте. И я так лэптопчик ставлю и так вот созерцаю и тружусь. И вот есть как бы три места, где я в основном вот работаю. И внутренне как бы я ранжирую эти три места. И получается, что, скажем, больше всего мне нравится работать на даче. Не знаю, как-то вот отдыхаешь одновременно, то ли воздух там, то ли обстановка. Вот я не могу сказать, почему это происходит, но, во всяком случае, там мне очень комфортно. То есть я как бы и работаю, и в то же время отдыхаю. То есть не устаю совершенно. То есть сколько не работаешь, все как бы еще и отдохну. Второе по приоритетности офис будет мой кабинет на работе, вот куда я сейчас еду с утречка. Там хорошо. Особенно, знаете, вот если никого нету, допустим, если в субботу надо поработать, или рано утром, или поздно вечером, и вот когда никого нет, и ты такой хозяин, да, то есть так, никто тебя не беспокоит, там, пошел там чайку поставил, работаешь. Самое жуткое, это когда тебя отвлекают. Вот почему мне на работе в рабочее время тяжело, потому что каждые несколько минут что-то происходит, и реально можно сделать только те дела, которые требуют, ну, допустим, 10-15 минут непрерывного внимания, ну, максимум полчаса, потому что все остальное не получается, потому что вышибают, и надо это делать где-то еще. Ну, вот, например, дома иногда получается, или там на даче, например, еще лучше. Так что, а вот самое интересное, что мне некомфортно работать дома. Казалось бы, дома так хорошо, и кухонька, и оборудовано очень хорошо. Там у меня очень, как сказать, качественное, очень дорогое оборудование там стоит. И стол вот так кнопочку нажимаешь, вверх-вниз ходит. Там, и кресло там невероятное, там, не знаю, там 20 осей, по которым, значит, ну, там приспосабливается ко мне и так далее. И вроде бы, ну, все сделано, чтобы было хорошо. И это маленький бедрум, который, ну, когда-то был маленьким бедрумом. А он и сейчас маленький бедрум, но вот когда спальня достроится, вы видите, у нас стройка идет, вот когда достроится вот та спальня, тогда этот маленький бедрум будет продолжать свою жизнь как маленький гостевой бедрум, а я переберусь вот в ту комнату, где мы сейчас со Светланой, значит, спим. Вот, там у меня будет офис, он будет большой такой, совсем большой. И я надеюсь, что, может быть, мне там будет удобно. Но я вот про психологический аспект. Казалось бы, вот все есть для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И в то же время какое-то ощущение, что, не знаю, вот если бы сел бы на машину, отъехал 15 минут, вот я сейчас еду, и сидел бы на работе, так более комфортно, не знаю. С чем связано? В общем, объяснения нет. Но вот я как факт констатирую. Я думаю, что, наверное, это достаточно общее такое с людьми происходит разными, не только со мной. Что вот, казалось бы, там, где только вот сиди, удовольствие от жизни получай, а хочется оттуда уйти куда-то, и вот, а там почему-то легче, проще. Ну, я про дачу даже не говорю, но вот тут. Вот вроде офис и вроде дома сидишь. Какой нормальный человек захочет сидеть в офисе, вот спросите, да? Я знаю массу народу, которые мечтают работать из дома, которые специально ищут такую работу, чтобы работать из дома. Им очень нравится работать именно из дома. Ну, женщины, понятно, они там с детьми и по хозяйству, то есть у них очень много удобств таких. Вот у меня Света очень любит из дома работать. Вот, что она, собственно, и делает последние лет 15. Но, не знаю, может быть, мужчина как бы вообще такой производственный такой труженик, ему не хочется дома сидеть, не могу сказать. В общем, рассказал как есть, значит, просто поделиться хотелось. Счастливо!